слушаете новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэта Собирана Шумиловой. Композиция называется «Не для меня вы пели». Музыка исполняется вчера вы пели песни так тревожно, не для меня вы пели, для другой, узнать ваш голос было невозможно. Он был не ваш родной, он был чужой. Не любви вы пели, о разлуке писала строчки грустные перо, и плакали в руках гитары звуки в своей доске, пока не рассвело. Я слушала романсовые грезы и волновалась ними до зари в роскошном кресле, не меняя позы, а сердце тосковало повторить. Повторили голосом тревожный, вы пели с грустью нежной. Бог ты мой, я слушала, вы пели осторожно, не для меня вы пели, для другой. Я слушала, вы пели осторожно, не для меня вы пели, для другой. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт», не для меня вы пели, стихи Вероны Шумиловой.